этаж, на второй этаж, где продается одежда и что еще продается? И обувь. Сколько стоит? Как быстро здесь пробежимся? Здесь одежда для детей есть. Можно посмотреть одежду для детей, сколько стоит. Ну вот так, эти вот ботиночки стоят 979 песо. Где ты это взял? 1299. Блин, что-то дорогую обувь смотрим. Пойдем. Пойдем от дорогой обуви. Всякие заколочки, бижутерия. И здесь вот детская одежда. Но там все для малышей еще есть. Тут, не знаю, что это. Комбинезончик такой девчачий. Сколько? Стоило 949 песо, сейчас скидка стоит 500 песо. Джинсовый комбинезон. Здесь скидки 20-50%. Если брать без скидок... Чего взять без скидки? Рубашечка мужская, пацаничья. 879 песо. Такое не очень дешевое, да? Одежда детская. Я не знаю, сколько сейчас в России стоит. Штанишки стоят 399 песо. Что стоит? 400 песо. И коляски здесь же есть. Вот, все для девчонок. Есть еще все для... Постарше девчонок, вон. Мужчины, которые сюда приедут, гости, когда вы будете что-то дарить своим женщинам, вот сюда можете прийти и выбрать, что вам по душе. Купальники. Тоже здесь, вон, сасовские. Все для занятий спортом здесь. Здесь же на втором этаже находятся несколько, точнее, два спортивных магазина. Это Sports Ball и второй магазин, где можно мячи, ракетки купить, велосипеды. Одежду тоже для спорта, различные принадлежности для спорта. Этот отдел. И здесь же, на втором этаже, в BQ, находится игровая комната, а также магазин детских игрушек. Пойдемте туда. В общем, есть детская игровая комната, стоит час. Посещение 100 песо. Такая маленькая, достаточно маленькая, зато большой магазин детских игрушек. Вот новое поступление, посмотрим, что там стоит, это для девочек. 1199 песо платишь. Что сейчас не нравится? Мэтт! Более такие большие навороченные машинки. 999 песо. 749. И есть книжный магазин дальше, а также упаковочный отдел, где вы можете упаковать подарок, купить открытки, ну, все для
Все для упаковок. Упаковки. Журналы. А, кстати, газеты. Ну, сколько стоит любовный роман? Они их любят здесь. 140 песо. Такая книжечка. В мягкой обложке стоит. И также всякие развивающие игрушки для малышей, для детишек. Чтобы взять всякие игры, блоки. $245. Пластилин. А, это песок. Песок $279. Такая вот коробка. В общем, можно найти по приемлемым ценам для детей игрушки и обучалки различные. Что у нас находится на первом этаже? На первом этаже находится булочная, где можно вкусный кофе выпить с другой булочкой, с круассаном. Неплохой пицца там. Отличные, тоже типа фудкорта. Все для школы. И компьютеры. Здесь еще на первом этаже есть кафе с местной кухней. Вот там очень много. Ну, все на филиппинском, конечно. Вы можете так вот тыкать пальцем вот это вот кафешка. И наконец мы идем на минус первый этаж, где находится супермаркет, где я покупаю продукты. Но сразу говорю, что в BQ продукты чуть дороже, чем в Альтурасе и в Айсеме. Это два других супермаркета, куда я тоже захожу. Там я чаще бываю, чем здесь. Но здесь иногда бывает то, что нет там. Всем, кто интересуется ценами, вот, подходим к прилавку с курицей и смотрим. Как вы знаете, местная курица, здесь рожденная и выращенная, $330 за килограмм. Ничего себе! Вон ту курицу, которая не местная, видимо. Смотрим, рыба. Мы в рыбном отделе. Пангус $180 за килограмм. Такие названия мне ничего не говорят. Пангус, вот я знаю, это такая, она очень хорошая рыба. Я ее рекомендую, она жирненькая. Ее еще называют молочная рыба. Молочная рыба, да. Тулинган. Тунец это, да? Местный. Это местный тунец. 210 песо за килограмм. Ули. Смотрите, какая рыба интересная, длинная. Длинная рыба стоит 210 песо. Мелкая рыбешка. Они любят лепешки такие делать из вот этой мелкой рыбешки. 115 песо. Сколько это стоит? Здесь 460. Здесь все дороже.
опять же, прикинь. В Альтурасе стоит дешевле. Следующий магазин мы будем в Альтурас. Следующий супермаркет, да, будет Альтурас. И... У нас просто ребенок тут пытается съесть рыбешку. Ну, а там креветки, в общем, дешевле. Сосиски, смотрите, они очень любят вот такие красные сосиски. Их есть реально невозможно. Я несколько раз покупала, это трэш. Я не знаю, как они их едят. Это просто нереально невкусно. Совершенно невкусно. Я покупаю такие вот, ну, более светлые сосиски. Поехали в Бальчине. Вот такие сосисочки, чаризо называется, это местные сосиски. Ну и различные замороженные продукты, и это сосиски, можно договориться. И это сколько? И это? Мам, это кости! Мясо, вот, смотрите, кости эти горячие. Говяжьи кости, вот, 200 песо. Говяжий хвост, 160. Смотрите, ground beef – это фарш по-английски. Фарш из говядины, 380 песо. Ну и вот, 350 песо – это вот кубики из говядины. 350 песо, да? Мясо говядина стоит 350 песо. Дальше свинина. Правильно, свинина. 260. То есть на 100 песо дешевле. Да, это все свинина. Свиной фарш 260 песо. И сок бутылки. Ну, в основном, конечно, пинца они берут свинину. Говядины не кого, да? У свинины очень много кого. И различные, вот смотрите, свиные лапы, свиные уши, это не для слабонервных. Причем свинью разделывают полностью, вы можете даже увидеть головы свиные. Головы я вспомнила. Печень, желудок, и все что угодно. В общем, все идет в еду. И кожа свиная, вот этот, видите, кожа свиная. Все они употребляют. Еще.